Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. С вами опять я, Елена Волчек. Я хочу поблагодарить вас за то, что стоите с нами на канале. Поддерживайте нас. За это вам огромное спасибо. А сегодня мы будем готовить постный борщ. Его также можно приготовить не постным, если вы будете его готовить на мясном бульоне или с мясом. Для нашего борща нам понадобится 6 картофелин, это примерно 0,5 килограмма. Это все из расчета на кастрюлю 3,5 литра. Борщевая заправка, которую я готовлю в сезон. В борщевую заправку у меня входит свекла, морковь, лук, перец болгарский, томаты, растительное масло, немножко уксуса, соль и сахар. Ссылочку на рецепт я оставлю под видео. Также зелень для нашего борщика. У меня получается зеленый лук, выращенный на подоконнике, соль и специи. Специи вы выбираете, какие вам нравятся, по вкусу ложите. Воду мы поставили на газ, а пока вода наша будет закипать, мы нарежем наш картофель. Можно нарезать произвольно, форма неважна как. Но я нарезаю вот так вот. Можно нарезать по-любому. Это не повлияет на качество вашего борща. Пока наш картофель мы нарезали, вода уже закипела. Будем отправлять его в кастрюлю. Сразу всыпаем соль в кастрюлю, а затем отправляем наш картофель. Картофель наш мы уже выложили в кастрюлю. Теперь будем варить до полуготовности картофеля. Затем добавим борщевую заправку. А в это время, пока наш картофель варится до полуготовности, нам осталось нарезать только наш зеленый лук, потому что у нас уже все готово. Борщевая заправка у нас готовая, а в ней есть все, что нужно для борща. Лук наш мы нарезали, теперь нам остается ждать, пока сварится картофель. Если у вас есть баночка такой заправки, вы можете очень быстро приготовить борщ. У вас только займет время на то, чтобы почистить картофель и порезать зелень. Все. Остальное только остается ждать, пока приготовится до полуготовности картофель и выложить заправку. Картофель наш практически готов. Теперь будем добавлять нашу борщевую заправку. Заправку нашу мы выложили. Теперь еще минут 10 поварим наш борщ. Добавим зелень и отключим через пару минут после того, как добавим зелень. На 3,5 литра кастрюлю я ложу 0,5 килограмма примерно картофеля и 650 грамм борщевой заправки, баночку 650-граммовую. Теперь закидываем зелень. После того, как выложили лук, высыпаем наши приправки и специи, которые мы любим, любимые наши. И ждем 2-3 минутки и все. Вот такой вот вкусный, аппетитный, без мяса, без жира, только с растительным маслом, с которым тушилась наша борщевая заправка, у нас получился борщик. Он очень вкусный даже без мяса и очень сытный. Также можно добавить зелени, еще по желанию больше. У меня это тот же зеленый лучок, я еще отрезала на подоконнике, который. Кто любит, ест со сметанкой. У нас со сметанкой только ем я и муж. Дети не любят со сметанкой. Кому понравился рецепт моего постного борщика из борщевой заправочки, ставьте лайк. Кому не понравился, дизлайк. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. С вами была я, Елена Волчек. Всем приятного аппетита и до новых встреч. Ссылочка на борщевую заправку будет в описании под видео.